Меня зовут Иван. Иван Андрианов. Мне 27. Я велосипедист, фотограф, видеооператор. Совсем недавно думал об этом, и я понял, что мои увлечения – это простейшие наркотики. В общем, все началось вот именно с велосипеда, точнее, с мечты кататься на велосипеде. Но все же свершилось, мне купили велик, я очень начал кататься. Мы начали снимать видео, и все это переросло вот именно как, можно сказать, в работу, видеосъемка. А это Пашка, мой дружбан. Привет, я Паша Бабищевич, с белорусской фамилией. Вот. Живу в Москве. Как видите, у меня велосипед головного мозга, и ничего с этим я не могу поделать. Так что вот катаюсь со всей дури, когда есть свободное время и когда его нет. Ну и кроме велика, конечно, как-то надо выживать. Работаю иногда, но не в офисе. В офисе не могу работать, тяжело становится. Вот. Снимаю ролики для друзей иногда. Делаю всякие штуки по графическому дизайну, скажем так. Вот. Ну и по жизни там всякие увлекаюсь там всякими штуками. Ну, ты первый. Нет, ты первый. Ну, на самом деле, да, действительно, имеет смысл мне начинать. Потому что с фикшеном я, наверное, познакомился раньше Вани. Наверное, вообще движ начался с того, как я снимал Даниша на велосипеде. И после этого мы как-то типа потихонечку начали что-то делать совместно. Вот. Снимал видосики. Сначала как раз вот по велику с Данилой, а теперь сноуборд, скейтборд и прочие прелести. Как бы я думал, что меня взяли за то, что я катаюсь. Оказывается, нет. Ну это да, это нормальное заблуждение. Я тоже верю, что меня держат за катание. На самом деле нет. Для нас это в первую очередь даже не поддержка, а это просто тусовка. Это очень крутая тусовка, это по духу подходит прям наша тусовка. Ну вообще реально, это больше из-за флейва, из-за того, что вот, чуваки делали прикольные вот фотопроекты, мне прям это... Вот эти все коллаборации там с Брагином, Нон-Стандартом, там, я не помню, Кримус, еще кто-то был. Я на это со стороны смотрел, я прозревал, потому что это для России это было что-то вообще невероятное. Underground уровень. В этом мире я в первую очередь изменил бы себя. Я думаю, многие могут к этому импотировать. Просто реально я писал недавно статью про себя, про... мир, как менять мир, и там я написал, что мир только изменится тогда, когда изменишься ты.